товарищ. И все остальные. Раз. Раз существует Министерство внутренних дел, значит, существует и преступность. Раз существует преступность, значит, существует и Министерство внутренних дел. Сегодня преступность существует лучше, чем Министерство внутренних дел. Сейчас в среднем по стране опасно выходить на улицу с без 15:08. В среднем. В крупных городах опасно выходить без 28, без оружия. В мелких городах и деревнях лучше с оружием, но вообще никуда не выходить. Преступность сейчас удалось стабилизировать. Даже когда перевели время на час и думали, что будет опасно выходить без 15:09, грабить продолжают с без 15:08. Это хорошо. Вообще, надо сказать, работаем в тяжелейших условиях. Вот был случай. В упор среди бела дня застрелили одного банкира. Киллера схватили на месте. Он признался сразу. Так и сказал. Это заказное убийство. Его отпустили, конечно. Они все равно все нераскрываемые. Нет доказательств. То есть знаем, кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, показания свидетелей. Доказать ничего не можем. Знаем, куда ведут нити. И знаем, кому. По именам. Вы их тоже всех хорошо знаете. Но бывает наоборот. Раскрываем то, что преступлением почему-то вообще никто не считает. Например, нам удалось установить, что в 1897 году имел место сговор с корыстной целью, статья 143 прим Уголовного кодекса Российской Федерации, организация объединений, посягающихся на личность. Сговор осуществляли гражданин Станиславский,
Он же Алексеев, 1863 года рождения, ранее несудимый, гражданин Немирович. Он же Данченко. 1858 года рождения, также ранее несудимый. Узнав, что оба были крупными реформаторами, мы немедленно открыли уголовное дело. Учитывая мировое признание заслуг художественного театра и в связи со столетним юбилеем Министерства внутренних дел, уважаемый Евгений Максимович ходатайствует о немедленном объявлении всеобщей амнистии.